вот сегодня ночью, 31 октября, в ночь, так сказать, перед первым, перед Днем всех святых, обычай такой, что нужно на огнях жарить каштаны. Ну вот мы как бы дома у себя, так сказать, вот на огне, но на сковородке. Déjame ver qué hay ahí en el sartén porque no he hecho. Castaña y boniato. Ajá. Castane. Вот и boniatos. Вот так он жарится. И потом мы будем их кушать и запивать сладким вином. Ну, в основном это мускатное сладкое вино. Вот так вот. Как-то вот так.